Вот что интересно, что Шикора-то получил результативную передачу. Плохой пас, ух ты, тут драка завязалась. Мы не видели самое начало и жесткое противостояние. Гащик повержен на лед. Масалев остался без свитера. Она показывает Шикору, который сделал результативную передачу. Отдал отвратительный пас при выходе 2 в 1, но в итоге получил зачетное очко. Расстроены бело-голубые, и может быть режиссер трансляции даст нам какое-то подтверждение, что конфликт возник не на ровном месте. Я вам расскажу, что Шикура сделал 14-ю точную передачу и набрал 29-е очко. Какой синяк Шикуры. Масалев толкнул Шикуру, понятно, и за него вступился Гащик. Тогда все понятно. Молодцы рижане. Стоят друг до друга, горой. Масалев Волк очень опасно сыграл и мог нанести травму. Шикура держится за лед. Я тут докладываю о его результативных деяниях. А в этот момент произошло.